Привет, друзья, с вами Керникс, и сегодня мы продолжаем играть в игрушку под названием Minecraft Dungeons. Мы с вами остановились на том, что нашли, как всегда, интереснейшие предметы и прошли один из важнейших уровней. Сейчас у нас есть предметы абсолютно на любой вкус и цвет, во всяком случае в плане артефактов. В плане оружия пока, ну, не совсем чтобы. У нас есть лук, который делает раз-два яйца и потом еще раз-два яйца. Потом у нас есть мега-лисья броня, которая дает нам 30% по факту уклонения от урона. И пока что очень голимые кинжалы. Я думаю, что мы как раз их сейчас, наверное, и заменим, если все пойдет по маслу. Также мы попробуем с вами пройти с двумя питомцами. В нашем случае это волчара и лама. Не знаю, как себя поведет лама в бою, но надеюсь, что она проявит себя хорошо. Так, у нас каньон кактусов. Каньон кактусов. Здесь можно сложность выше позволимой. У нас мощь 26, здесь мощь 27. По идее, мы не должны ощутить большого удара. Но здесь есть доспехи наемника. Исследователя пещер можно хорошие доспехи найти. Еще есть неизвестное оружие. Два типа арбалетов. Хорошо. И превосходная пшеница. Видимо, есть шанс найти еще более лучшую ламу. Еще два неизвестных артефакта. Погнали. Архизлодей один хочет призвать армию нежити. Воспользовавшись силой, таящейся в глубине древнего и всеми забытого пустынного храма. Однако найти сам храм очень непросто. Вход в него скрыт где-то в этом каньоне. Каньон действительно стрёмный. Запутанными проходами и тупиками. Полным злобных мобов и позабытых тайн. Так, окей. Я понял, здесь нас ждут, видимо, еще и загадочки в придачу. О, поршни сработали. Пойдет. Так, давайте призываем наших мега-существ. Так, сейчас проверим, как они себя поведут. Чё? Лама плюется! Так это верблюд тогда, а не лама. Хотя лама может тоже плюется. Тихо. Отошел. Неплохо. Суть в том, что она плюется, и она АОшно задевает врагов. Тихо, сейчас жахнет. Пока, волчок. Волчок не дожил. Такое бывает. Shit happens. Сколько настрел вообще? Стрел мало, кстати. ТНТ-шечку. Вот туда ему, пожалуйста, скинь. Так, ну хоть лама жива. Ох ты ж мать твою. Так, яблочко в рот. Да иди ж ты нафиг с своими каменными стенами. Так, давай, лама, заплюем его вместе. Хорош. Ну, лама чуть более живучая, мне кажется, потому что она сдалека все-таки работает, а не в упор. Так, давай сюда. Там проход был? Нет. Нормально, грызите, плюйте, что же хотите, то с ними и делайте. Тихо, взрывной, отходим. Где этот геомант? Иди сюда. Так, сейчас бессмертие запустим, там еще один геомант где-то. Я вам больше скажу, их здесь два. Бляха со своими стенами задолбал. Сейчас еще рванет. Нет, лама. Они не слишком долгоживучие. Так, что мы еще должны были проверить? Мы с вами... А, я не могу переключить, да? Надо проверить рог. А что с откатом у рога? У него откат должен быть 10 секунд. А, это, видимо, за счет песеля еще откат. Допустим. Так, кувырок станищий, это мы смотрели. И тотем хилищий. Я уверен, что этот тотем хилищий не так хорошо работает, как нам изначально могло бы показаться. Так что это нужно будет проверить. Геомант, держи. Не уходи, не уходи далеко там, да. Красавчик. Он все равно успел мне стену перед носом поставить. Вот подонок. Так, берем вот эту штукенцию, сколько у нее откат. У нее откат 25 секунд. Так, ну давайте волну проверим. Оп! Эй, я их могу скидывать вниз. Так, это интересно. Так, покосайте меня. Спасибо большое. Теперь отошли. Отошли, говорю. Так, и ставим тотем. Да, он хилит 130 хп, видимо, за период стояния в тотеме, а не в секунду. Да, 132 хп он выхилит, когда мы просто будем бегать в самом тотеме. Но он заканчивается, у нас остается фактически 12 секунд, ну там 14 секунд на откат. Что в целом неплохо, на самом деле. Я бы не сказал, что это прям ужас-ужас, что же делать. Это прям действительно неплохой отхил. Так, тут ничего нет. Каньоны в Африке каньон. По идее, можно вот так делать просто. Пиу, полетел нахер отсюда. В каньоне, по-моему, это самый профитный скилл должен быть. Это что за мега-арбалетчик? Воу, там сабля выпала. Тихо. Новое оружие. Обычная сабля 3-4. Сейчас. Так, сабля. Урон в ближнем бою 34. Надежная комбинация. Какая нахер надежная комбинация? О чем идет речь? Так, ну скорость атаки желает лучшего сравнительно с нашими кинжалами. Что у тебя есть? Буйство, оглушение, либо эхо. Нет, наверное, пожалуй. Не более урон такой низкий, сравнительно с тем, что у нас есть. Так, у нас здесь еще есть второй вариант, да?
эхо нам не сойдет. Острота повышает общий урон. Ну давай. Давай хотя бы острота будет. Иди сюда. О, по 32 урона уже. Вместо 29, по-моему. Так, крепота, отойди. Страшная фигня с этими стрелами. Надо будет докачать стрелы однозначно. Мне кажется, в них скрыта страшнейшая грязь. Так, можно забрать, спасибо. Твою мать. Вижу тебя, геоман. Бляха, их там двое. Минус один. Пацаны, давайте хп. Тихо, сорванет. Пока, малыш. Отошел. Да, с собакинами, конечно, животными чуточку быстрее получается. Серьезно, собака меня ударила, отошел. Скотина такая. Неплохо, очень неплохо. Правда, у нас стрелы все равно почему-то заканчиваются. Нам не додают. Не додают стрел. Ну-ка, пев! Один ушел нафиг. Так, отхил мне точно не нужен. Вот что я понял. По опыту. Опыт показал, что хил нам точно не пригодится. А, мы можем взять кувырок станющий, который нам тоже не помогает особо. Этот дает дополнительный стрел. Сколько у тебя откат? 30 секунд. 30 секунд. Ну давайте проверим. Она неплохо таки жарит, я вам скажу. Она очень неплохо жарит. И она не откатывается в момент, пока мы стреляем. Вот в чем проблема. Если тотем начинает откат в момент установки тотема, то эта штукенция откатывается гораздо-гораздо позже. Да, вот когда мы закончили использовать все стрелы, вот тогда она начинает откатываться. Так, мужики, иди сюда. Иди сюда, иди сюда. Потом хоба! Пев! Кстати, нам их выталкивать тоже невыгодно. Мы же от них хилимся. Нам это тоже невыгодно получается. Так, сейчас откат пройдет. Малышня, кыш. Бляха, в блок, серьезно. Че-че-че-че-че-че-че. Отощоль. Нормально. И так сойдет. Так, откаты прошли. Давайте смотреть, пока это поле я оставляю. И давайте, наверное, ламу тогда вернем. Она пока максимально выигрышный вариант. Как для нас. Погнали. Будешь наплевывать им в лицо. Да, только у нее задержка. Ох ты ж, нихера там народу. Лама, живи. Заплю их до смерти. Лама очень хорошо, скорее всего, будет помогать против боссов. Она будет удаленненько себе стоять, рубать их. Ёперный театр, тихо. Мужики, идите купаться. Все купаться, срочно. Все, оттуда они по нам не попадают. Лама, одумайся. Держите. Так, немножко отхила. Уф, хорошо разлетелись. Тихо, у меня отхила нет, подождите, подождите. Лама, текай. Текай, дурашка. ХП не завезли. Похавать скиньте, плес. Я что, много прошу. А вот сейчас тотем бы пригодился, кстати. Мы уже сели у нас в откате. Слишком непредсказуемая штука. Давайте, давайте, кто не боится, подходите. Пошел нахер отсюда. Так, хилочка есть. Хотя зачем? У нас здесь яблоки были. Лама, заспаунься. Заплю их в усмерть. О, застрял, тихо. Уф, хорошо. Нам стрел дали, но опять же дали немного стрел. Что очень грустно. Задел. Так, ребятки, мне нужны ваши стрелы и однозначно ящичек, который там стоит. Так, там мега арбалетчик сверху, тихо. Тихо, тихо, тихо. Проходим. Зелье невадимки. А, бляха, здесь еще и малышня. Вы че издеваетесь? Давай еще одно зелье. О, то, что надо. Моща. Так, хил, 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 давай, давай, давай. Яблочко в рот. Еще одно зелье, давай, погнали. Самыми мощными себя возомнили. Мразёный, слушай, ну их вообще дофига на самом деле. Не трогай ламу. Правильно, в лицо ему плюй. Проявляй неуважение. Так, еще стрелы и арбалет. Хреновый какой-то, да? Но пока хреновый. Может, если мы проверим его скиллы, то он окажется очень даже. Ноп. Бляха.
Лама? Лама выжила. Лама красава. Мое уважение. Что я могу сказать? Так, что мы меняем тогда на первом слоте? Я думаю, что можем поставить пока хил. Я думал, что он нам вообще не пригодится. А судя по тому, как у нас долго откатывается банка, скорее всего, очень даже пригодится. Скорее всего. Погнали. Я на спиды. Банку сразу изнем. Кыш. Еще срёв. Твою мать. Нормально. Самого страшного я избежал. Тихо. Малышня, бляха, понарожает дебилов. Пойдет. Это самая мерзкая малышня, которая вообще когда-либо была. Они подходят, удуряют и тикают. И тикать быстро, чтобы по жопе не накидали. Давай, стреляй. No. Крепкий, я понял. Еще малышня. Да хватит. На. Ей, дождь сработал. Вот теперь тебе жопа, товарищ. Лама, спаунься. Я сейчас к тебе приду, друг. Лама очень странные действия иногда выполняет, ну ладно. Исполняет, что надо. Эмеральдик есть. Кактусы действительно растут, нас не обманули. Это огромный плюс, здесь ничего нет. Понял, принял. Текаем отсюда далеко и надолго. Сейчас посмотрим, что там за храм. Нас так пугали этим скрытым храмом. Так, припасы, это очень хорошо. 200 стрел есть, жить можно. Ноу. Воу, у него, походу, все стрелы влетели, да? Чи-чи-чи, иди сюда, подонок. Так, не Вадимка, лама, живи. Ладно, придется этого забрать. Лама, все под контролем, иди сюда. Понял. Самое мерзкое, что может быть, это ставить преграды прямо перед носом. Хуже не при... Ох, какой хороший обстрел. Ой, как хорошо. Так, сейчас у нас слишком большая толпа выбежит, мне кажется. Так, надо этих быстренько прорезать. Лама, текай. Текай, говорю, сюда иди. Так, ламу еще и столбом подорвало. Лол, тут кто-то не пролазит. Месье, что такое, кость широкая? Бывает, понимаю. Так, проход у нас основной туда, но мы сейчас здесь все должны разведать. И там кнопки где-то должны быть, да. Лама, здоров. Ну. А, там просто луч запустился. Там такой звук был, как будто там еще и заспавнилось что-то в придачу. Спасибо за хпшечку, за еду тоже. Твою мать, текай, лама, текай. Нажимаем. Ядрен батон, естественно. Взрывной, отходи. Ей, зомби рванул. Да что ж такое. Иди сюда. Остановись, одумайся. Take some help. Бу-бу-бу-бу-бу. Лама. Эх, не успел ее тпшнуть. Отошел. Я пытаюсь стрелы, конечно, экономить, потому что мне кажется, в конце будет какой-то босс, которому придется очень долго объяснять, что он не прав. Ай. Лол, первый удар не прошел. Короче, тот, кто в синих штанах, он ему пофиг, ему атаки не сбивает. Наши атаки. Что не есть гуд на самом деле. Понял. Что может быть хуже этих камней? Камни, уйдите. Твою мать. Яман сраный, иди сюда. Так, поставим тотемчик. Да, неплохо так килит, слушайте. Ну как, неплохо. Могло быть и лучше. Могло быть гораздо лучше. Но в целом это можно использовать и на боссах. Короче, слава богу, что у нас есть возможность переключения между разными этими артефактами непосредственно на карте. Если был бы ужас, что мы заходим на карту и у нас фиксируется все снаряжение, вот тогда были бы проблемы. Скорее всего, были бы проблемтосы. Взрывной ящик. Спасибо. Порезали, у вас что-то было, у вас был геомант. Умри. Пойдемте.
Найдите храм. Но мы все сделали для того, чтобы его найти. А сюда не зайти, да? Жаль. Скорее всего, там открылись просто ворот. Скорее всего. Так, здесь я пройду. Ебой. Да, приподнялся мост. В принципе, ожидаемо. Лама, ты готова? Я лично готов. Слишком длительная тишина, не? Стоп, а что там за локация такая? Лама, секундочку. Здесь идеальное место для нычки, но нет. Но нет, не дождетесь, называется. Так, черепа живот. О, зомбя. Вот, собственно, то, зачем мы сюда и пришли, да? Лама, ТПшня. Не надо пушить. Да, зомбя крепкая. Зомбя крепкая, но лама у нас тоже не пальцем деланная, захаркает их. Зомбе тоже пофиг, кстати, на наш урон. Мы не сбиваем им атаку, да? Я правильно понял? Да, мы не сбиваем атаку зомбям. Нормально, у меня есть тотем. Иди сюда. Иди сюда, что, боишься? Давай, захаркай. Хорош. Так, надо все проходы проверить. А. Ничего вроде бы сверхъестественного нет. Тащу аль. И ламу не трожь. Так, тихо-тихо, вот этого надо забрать. Иначе будет очень плохо. Зомби под таким бустом, это очень плохо может закончиться. Стоять. Нормально, жить можно. Погнали, лама. Там хряк. Да давай пульни во все стороны уже, ну. Понятно все с тобой. Во. Хоть раз в год. Так, давайте хряка я сразу заберу. Так, сабля и еще одно пойло. Пойло самое топ. Бляха, придется резать, потом проверим, что с него выпало. Пока баф есть, грех такую возможность упускать. Нет, закастили одного зомбика. Слава богу, что только одного. Тихо-чи-чи-чи-чи. Нет, он еще второго где-то там подтянул. Не трожь мою ламу. Она не заслужила такого неуважительного отношения к себе. Нормально пойдет. Так, двигай, двигай, двигай. 3 секунды осталось. Нет, не успею. Не, одному успел навалять. Тебе подожди, лома. Несуйся, иди сюда. Вот сюда иди. Не делай ошибку. Нормально пойдет. Не успела она сделать ошибку. Так, ничего нема. Но каньон стрёмный. Так, можем посмотреть, да? Так, что нам выпало? Нам выпал 25-й. С буйством и с грозой. Но ему гроза вообще никуда. И арбалет на ядовитое облако. У рунального мальва это самый обычный арбалет, да? Да, с пониженной скорострельностью. Такое. Не на это я надеялся. Совершенно не на это. Надо будет еще в крипту сбегать. Нам нужно много кристаллов. Квак-квак. Сейчас вот этот быстрый. Его надо в первую очередь забрать и мага забрать. Во. Крипер, отойди. Кромсаем, кромсаем. Еще один маг. Еще один крипер. Целая толпа зомби. Так, я поставлю на всех пожарный. Да-да-да-да-да. Это было абсолютно верное решение. Они меня так накуролесили неплохо. Так, лама красава. Как всегда, лучше всех. Этот застрял в лестнице. Он не атаковал меня. Так, это у нас невидимочка. Стоп, куда у нас основное задание? Оно ведет налево. А у нас есть еще огромный заход направо. Давайте туда. Тык-тык. Так, кому рубануть? Держи. Так, здесь какой-то ключ нужен, да? Воротики-то не открываются. Проблемка. Ядрить. Лама, зачем ты так близко подходишь? Ты же плюешь. Ёперный театр. Так, здесь тоже нужен ключ. Только в данном случае желтый. Окей, погнали сюда. Там тоже закрытая зона отдельная. Ага, там тоже закрытая зона. Мне кажется, что мы в храме найдем ключи. Это будет странно, конечно, но скорее да, чем нет. Понял, пошел я в задницу, а не в храм. Так, лама, сразу сюда заспамься. Я с тебя переживаю. Нормально, это обычные скелеты, лома.
Пылесось их. Вот так просто? Так, сейчас я похилюсь туда чутка. А ламу хилит, кстати? Ламу хилит! Иди сюда, говорю. Куда ты ушла, блин, в море купаться? Короче, тотем еще и ламу хилит. Это очень хорошо. Так, я нашел синий ключ. Значит, там я найду желтый, логично. В смысле, вы здесь заспавнились? Это было совершенно не обязательно. Вот прям совершенно. Покедо. Порешетили. Так, открывайся. А где ключ делся? Подождите. Или мне нельзя получать урон, пока я бегу с ключом? Так, я его не выбрасываю. Ему, видимо, некомфортно у меня на спине. Залазь в любом случае. Так, отлично. Так, тотем ставлю. Режим. Нормально. Лама, ты зашла? Зашла. Так, две кнопки здесь что-то есть. Здесь вроде бы как идеальное место, опять же, таки для нычки, но нет. Но нет. Так, добрый день. Давайте больше кристаллов. Мне даже яблочки так не нужны, как кристаллы. Так, нет, надо сначала вот этих забрать, ребят. Горячо. А здесь желтый ключ, что в принципе ожидалось. Иди сюда. Так, тихо, спаун произошел, ничего страшного, текаем. Дык-д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 ык. Нет, выпал ключ. Твою же мать. Ключик, ты куда уходишь? Вернись. Я все прощу. Отошел от меня. Так, еще стрелы. Тикаем, 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 тикаем. Пуш, 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 пуш. Так, еще одна зомбя. Отошель. Бляха, чего у вас там так дохера? Ключик. Нет, держись. Стоять. Так, сейчас будем... Куда лама упала? В смысле она упала сквозь текст? Что? Так, отошли, отошли от меня. Хотя я могу зельку взять и сейчас их всех расторонить. Так, немножечко отхило. Это было опрометчиво. Ничего страшного. Не боимся ничего. Смерти в том числе. Что это за звук был? Вроде бы что-то произошло, но не произошло. Я вас понял. Так, вот эту мразь надо забрать сразу же. И вот эту мразь. Лама, ты как там? Готова? Погнали. Лама, текай! Нормально. Отработали. Давай, 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 давай. Там умри уже. Так, вот этих пацанов надо сразу разобрать. А то они могут не кисло так помешать нашей тусе. Слушай, Лава, мы с тобой вообще лучшая парочка. Справляемся на изи. Откуда у нас сзади зомби взялся сейчас? Интересненько получается. Нычкарик есть? Нет. Да, я успеваю зарезать. Ой-ой-ой, я понял. Намек понял. Лама, не застревай. Сейчас надо вот этого наказать. Все, другое дело. Так, тут зомбя какая-то, мне кажется, более ускоренная стала. Потому что они были совсем как черепахи. А теперь оно хотя бы двигается. Сколько с них хп? Я с них 20 хп получаю. Понял, принял, отошел. Бляха, ты еще и крипер улучшаешь, серьезно. Так, иди сюда, молодой человек. Вы забыли люль. Где тут еще зомбя было? Иди сюда. Не поделился хп, потому что лама добила. Так, основное задание нас ведет влево, мы пойдем, естественно, вправо. Нам незачем влево идти. Лама принимает на себя удар. Хера там народу. Так, ну мы-то отхилились. Лама, текай. Нормально, ускорение. Твою мать. Где маг? Стоп, это не маг, это просто улучшенный мобы. Ёперный театр, текай сюда. Оно что, опять куда-то делось?
Нормально, их затащим. Чё там стал? Вылазь давай. Надо в упор его настреливать. Лама не горит. Кто здесь? Левел ап. Но где? Чё за херня? Мы убили мощное существо. Точнее, целый отряд их. Но никакого ништячка нам не последовало. Недоволен. Мягко говоря. Совершенно недоволен. Так, это у нас что? Это у нас просто локейшн. Немножечко оазиса. Так, а вот здесь, наверное, будет грязь, да? Понял, грязь будет до. Добрый день. Что ты за говно летающий? Переживите осаду, так, лама, текай. Так, надо крипоту забрать. Иначе ламе жопа. Фух, спас ламу как мог. Но нет всего. От всего было спасти невозможно. Все, или ты еще будешь выезжать? Понял. Понял, принял. Нормально, самоликвидация мобов — это самое лучшее, что есть в игре. Так, главное, что тот не заметил меня и не начал их грейдить, да? А, дурачок. Держи за это в лицо. Лама, скоро твой выход. Так, эти меня точно заметят. Все, больше не заметят. Что? Из крипера выпало мясо жареное? Что? Где логика? Ой, крепкие ребята, на них действительно нужен помощник кинжалик. Ах, ладно, давайте это зелье жахнем. Ёпрст, лама, текай! Текай, говорю! Нормально, сейчас порежем, но откили. Дальность поражает. Так, стрелы давайте, они у меня уже заканчиваются, кстати. Лук обычный, даже не зеленый. Покидос. Иди сюда. Все или еще? Слава тебе, господи. Новое событие, дверь открыта. О май. Так, тут направо есть куда-то. Заходик наверх, просто в руины, да? А здесь что? И здесь ничего. Лама нас разводит. Нам не дают густые приятности. Я огорчен. Здесь мини-водопадик и все, да? Хотя, стоп, там по водопадику нужно дальше добраться. Так, хоть что-нибудь, слав тебе, господи. И все, здесь край пустой. А что, лама не смогла? Не осилила? Нормально, лама, плавать не умеешь, ничего страшного. Это не постыдно. Так, погнали. Основная дверка. А, следующая будет сам темпл, да? Я понял. Ну вот вы нашли древний храм. Кто знает, какая правда и какие сокровища там хранятся. Я уверен, что там будет босс. Сразу говорю, инфосотка, там будет босс. Так, 83к урона, попадание снарядами вообще в жопе, побеждено мобов 92% и стрельну 64. Окей. Чё дадут? Рок ветра. Что за разводос? Так, ладно, давайте избавляться от того, что нам не надо. Это как-никак тоже кристаллы. Так, арбалет Покедова. 5 блоков толкания у них у обоих, и они оба обычные. Заряд? Тогда без разницы. Так, что мне точно не... Не, колчан еще может пригодиться. Колчан еще может. Так, вот броня у нас выпала обычная абсолютно. 210 при наших 120. Ну да, хп бы было больше. Но кто мне даст у ворот? Никто. Никто абсолютно. Так, и лук обычный, бомбочка, газ, лучезарный свет, мощь и отбрасывание. У нас сколько урона? Ну, кстати, урона меньше, но у нас... он, кстати, мощнее. Мощные заряженные атаки, а этот нацеливается на... Дает цель питомца. Но самое смешное, здесь урон реально выше. То есть, если мы разберем этот, что мы здесь можем склепать? Мы можем склепать газ и бомбочки. А сколько? Каждый третий выстрел бомбочка. Урон в секунду 24, может быть. Звучит как грязь. Создать круговую зону, исцеляющую все находящиеся вокруг. В принципе, лук можно как и хилку юзать, на самом деле. Так, чистое увеличение урона. Либо взять газ и чистое увеличение урона. Как вариант, тоже. Ладно, давайте. Нам в любом случае нужно замену проводить. Это, конечно, забавная штука, но ее, дорого докачивать.
Б, я уверен, что пока мы ее докачаем, мы найдем уже гораздо лучший лук. Так что с ним мы прощаемся. Так, иди сюда, в тебя вставляем чё? Урон мы можем поднять на 33%. Что даст нам? Даст нам не кислый буст, кстати. Но мне кажется, бомбочка веселее. 100% урона ближайшим мобом. То есть это репи... Хотя нет, не намного лучше. Или все-таки проверим удаленным целям урон. Ускорения у нас атаки нет, вот в чем проблема. Вот в чем проблема. Так, ладно, облако в любом случае берем топовое. Облако точно топовое. Ну и давайте попробуем вот эту цацу. Не знаю, насколько это сработает у нас. 209 урона. Так, еще и газ по 6 травит. В миллисекундах. Сейчас я попробую. Если я где-то вот сюда отойду и по диагонали пульну, получится. О, сундучок, кстати. Здрасте. 50 изумрудов халявных. Пози большой. Если я вот отсюда шмальну. Не в забор, пожалуйста. Но я не увижу, сколько я урон нанес. Но стрела огромная, сразу скажу. Стрела размером просто с зомби. 200 урона вблизи. Ну это серьезно, это серьезно. Так, хорошо, товарищ, дашь сундуки? О, нечистый маяк. Помоем его. И жнец, жнец у нас уже был. Что за нечистый маяк? Выстреливает мощный луч, который непрерывно повреждает мобов. 233 урона от артефакта в секунду. Сбор души. Себе огромную силу, он ждет подходящего момента, чтобы выплеснуть свою ярость. 233 урона в секунду действительно неплохо. Я сразу скажу. Так, эта книга хуже нашей. Ее мы сразу разбираем. Ее нужно будет протестить. И нужно понять, на что влияет количество душ. Тут мы разобрались, что оно влияет на радиус. То есть, чем больше мы душ собираем, тем больше радиус этого кругового удара. Вот, а на что здесь будут влиять души, мы должны будем узнать с вами в следующем эпизоде. А пока что, ребятки, сделаем с вами небольшую паузу. Спасибо вам большое за просмотр, не забывайте комментировать увиденное и, конечно же, нажимать на колокольчик. А мы с вами встретимся уже в следующем эпизоде. Пока-пока.